Привет, друзья! Сегодня 24 декабря, воскресенье. Я вас приветствую в очередном декабрьском эпизоде. И давайте по традиции его начнем с открывания сюрприза. Сюрприз у меня сегодня вот такой вот плоский. Даже не буду пытаться угадать, что там. Давайте посмотрим вместе. А мне попались вот такие вот подставки под тарелки с зайками и подарками, очень симпатичные. И я думаю, что я прямо сейчас отправлю их на стол. Мне как раз нужно было поменять скатерть, поменять подставочки, постирать. И вот эти пригодятся как нельзя кстати. Так что я очень рада. Такие симпатичные. Мужу, наверное, понравится. Я думаю, что ему нравятся такие штучки. Так что, Оля, большое тебе спасибо. И переходим к косметическому адвенту. Еще раз повторюсь, как он мне нравится. Я сегодня таким количеством средств уже воспользовалась из него. И интересно, что же попадется сегодня. Вчера мы с вами открывали окошко номер 17. Мне попалась кисточка для бронзера. Ей я сегодня тоже уже воспользовалась. И открываем окошко номер 18. Вот такая вот тут полянка с подарками, оленем и домиками пряничными. Что же попадется сегодня? Небольшое окошко. О, что-то хорошее очень. Что-то очень интересное сейчас покажу вам. Посмотрю сама. Это бальзам для губ с цветом, и который якобы придает объем. Классно, сейчас как раз начинает холодать, и такие штучки я люблю даже дома использовать. Интересно. Ой, какая приятная отдушка. Очень приятная отдушка, и посмотрим, как работает средство, но я думаю, что это средство будет прекрасным. Спасибо большое, очень рада и с удовольствием буду пробовать что-то новое. Ну и теперь, как мои гетры поживают, давайте покажу. Вчера еле успела выполнить задание, но строго знаю, что нужно это делать, отставать нельзя. Раз сама придумала, сама выполняю. Вот так вот выглядит мой вчерашний узорчик. Давайте покажу, как выглядит вторая. Разница в полотне просто колоссальная. И сегодня у меня несложное задание. Мне нужно вывязать одну полосочку коричневую. И останется у нас последний жаккард. Я признаюсь честно, я не заправила еще ни один кончик. И на это я отведу последний день перед тем, как мы с вами будем демонстрировать работы с участниками челленджа. Ну а все остальные, кто следит за проектом, будет на них смотреть. Вот такой вот результат. Пряжи ушло просто совсем чуть-чуть. У меня еще осталась вся эта пряжа. Я напомню, что я вяжу из пряжи от Мари Волин. Это чудесная шерсть. И у нее огромная богатая палитра. И у меня еще на что-то останется, на какие-то жаккардовые предметы. Пока не придумала на что, но очень рада. Прям совсем по чуть-чуть у меня ушло пряжи. Вот такой вот результат. И сегодня хочу вам еще одну игрушку показать. Вчера я не справилась с заданием. Я не успела вчера отреставрировать игрушки, которые показала. Но переходит задание на следующий день. Вчера ко мне приехала посылка от родителей. И смотрите, какого чудесного... Я думаю, что это, не знаю, это, наверное, Дед Морозик такой. Приехала вот такая игрушка, у нее стеклянные детальки и еще вот такие вот гнущиеся ручки-ножки. Очень смешная. Я перед тем, как повесить на елку, решила вам ее сразу показать. Кто такие помнит, я думаю, что многие должны вспомнить такую игрушку из своего детства. Вот такая вот чудесная. И остается пожелание на день. Все их меньше и меньше, меньше и меньше. Так. Оп. Что же ждет нас с вами сегодня, в этот прекрасный воскресный день?
пусть в жизни будет способность извлечь из пользу из разных ситуаций. Тоже хорошее пожелание. И сегодня 24 декабря, если вы празднуете католическое Рождество и причастны к этому празднику, я вам желаю прекрасного вечера в компании своих близких, своих друзей. Пусть этот день будет светлый, наполненный добротой и теплом. Поздравляю вас от всей души. И с вами увидимся уже завтра, 25 числа. Остается все меньше и меньше дней. Буду рада вашим лайкам, комментариям. И пока-пока.